При таком моральном разложении в руководстве предприятия нечего удивляться столь высокой аварийности. Эти космические начальники давно пребывали в своем космосе, надеясь, что сила правовой гравитации вернет их туда, где их давно ждут. Наша страна есть все необходимое для того, чтобы не только преодолеть это отставание, но и вновь войти в число лидеров освоения космического пространства. Абсолютно не догоним никогда. Так и будем потом смотреть за новостями НАСА или Илона Маска и облизываться.